Вода, канализация, потому что мы с полами работаем, нам нужно обязательно, чтобы вот эти лотки, все, разводка вся это была. И проводка электрическая, все эти коммуникации электрические, это вот в первую очередь. Потому что мы сначала планировали, мы сейчас закупили профиля, хотели потолки уже начинать монтировать, можно при такой погоде заниматься этим. При таком состоянии. Вот. Но дело в том, что когда пообщались с электриками, они говорят, что мы же будем профилят, они как в квадраты будут. Они говорят, что нет, мы будем прокладывать там все в трубе в металлической. Проект уже сделан, все проекты готовы по этим всем коммуникациям. Вот. И нам, говорит, нужно, чтобы мы сначала вот эти трубы проложили, затянули все эти, а потом мы уже начали монтаж потолков. Вот в первую очередь вот эти работы, прям в первую очередь. После того, как сделали проект на освещение, там сумма в два раза увеличилась. Потому что там мы не все провода, оказывается, предусмотрели. Согласно проекту, там много что поменялось. Батареи везде повесили. Сейчас дополнение появляется. Мы их вносим в проект и по воде, и по линию. Ну, до конца месяца отопление будет готово. По оформлению газа тоже как бы нормально идет, все в режиме. И потом все, заключили договор. Значит, или на этой неделе, к концу недели мы будем, да, будет уже тепло, или в начале недели только. То есть она подписала договор, все есть, фиксограмм на пуск газа тоже есть, райгаз собраться. Они подключаются, остается наш участок. Так точно. Наш участок, он вот этот уже как бы сдается, исполнительная документация готова, сдана уже на проверку в райгаз. Значит, договора заключаются на обслуживание, на технадзор, ну, процедура. Все идет, все нормально, все в режиме. То есть на первое число мы можем запуститься? Здесь? Здесь. Нет. Когда? Ну, число 15. Марта? Да.